Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я его ведущий Кравцов Сергей. Сегодня на моем канале гостит Маша. Под ненавязчивую музыку она покажет наши упражнения для ягодичных мышц. Также замечу, что от этой программы вы можете отталкиваться при написании своей первой тренировочной периодизации. Если вы не знаете, что такое периодизация, смотрите мое видео на тему тренировки для девушек. Тренировку ног я рекомендую начинать с разминки на эллипсе, так как это очень неплохой способ распределить синовиальную жидкость в коленном суставе. Начнем с базового упражнения для нижних конечностей – жим ногами. Наиболее работающими мышечными группами здесь будут являться двуглавая мышца бедра, ягодичная мышца, а также квадрицепсы. Следующими двумя упражнениями мы будем утомлять нашу ягодичную мышцу, чтобы наилучшим образом почувствовать ее в выпадах. Для этого как нельзя кстати подойдет разведение ног в тренажере. Именно оно нагрузит вашу большую ягодичную мышцу основательно. Отведение ноги добавит к большой ягодичной мышце, двуглавую мышцу бедра, полусухожильную мышцу, полуперепончатую мышцу. Выпады в смите помогут наиболее глубоко догрузить ягодичные мышцы, а также задействуют вышеперечисленные мышцы. Длинноприводящую мышцу, большую приводящую мышцу, среднюю ягодичную мышцу, медиальную широкую мышцу бедра. Горизонтальную тягу в гиперэкстензии я рекомендую всем, у кого есть легкие дегенеративные изменения в позвоночнике, к примеру, остеохондроз. И если вы не хотите все усложнять становой тягой, данное упражнение будет для вас отличным решением. Также следует заметить, что тут присутствует легкий тракционный эффект, что положительно скажется на состоянии вашего позвоночника. Так как этот выпуск я приурочил к лекции о периодизации, сюда просто необходимо было вставить кусочек спины. В данном упражнении мы задействуем статические мышцы ног и динамически прокачиваем широчайшую мышцу спины. Если у вас возникли вопросы по данному видео, пишите мне внизу в комментариях, обещаю ответить всем. С вами был Medical Fitness, Кравцов Сергей, да пребудет с вами здоровье.